В Пятигорске прошла презентация книги, призванной показать роль церкви в современном обществе. Автор издания объехала всю Россию, чтобы увидеть, какое место православие занимает в реальной жизни людей, рассказывают наши пятигорские коллеги. «Россия. Взгляд с колокольни». Журналист Ксения Лученко и фотограф Анна Гальперина проехали по 8 регионам страны от Калининграда до Якутии, разным и непохожим, но объединенным русским языком и православной верой. Хотелось как-то выяснить, а вот церковь в реальной жизни людей, не в Москве, не в Питере, а просто вот в обычной повседневности человеческой сегодня в России, что это такое, да? Какие связи, ведь нет уже такого отдельного, что вот отдельно церковь и отдельно люди. У меня вот это вот деление на светское и православное, на церковь и не церковь, оно мне всегда как-то вызывало дискомфорт. Книга не о духовности. Я не священник и не миссионер. Самое важное – это встречи с людьми, их прямая речь, мысли и чувства. Определила направление своей книги на презентации в Пятигорске Ксения Лученко. Их судьбы, взгляды, горести, радости и есть Россия, которую не увидишь по телевизору. Кавказ – самая южная из выбранных для путешествия точек, где несколько религий и более 50 национальностей, но нет ощущения разрозненности и непонимания друг друга. В общем, все благополучно, очень дружелюбно, и что действительно есть ощущение, что это семья, и что вы себя чувствуете такой одной большой семьей. Чувство семьи не покидает в приюте София Георгиевского женского монастыря, созданном игуменей Варварой, совсем не похожим на институт благородных девиц, а Архыз с его древними храмами дает ощущение места силы. Есть какое-то ощущение, опять же, вот этого. Очень прочной связи с историей, которая возникает на этом месте. Что не зря до нас дошло, не зря эти камни целы, не зря эти храмы, все-таки их силуэт и облик остался. И мне кажется, это дает нам какую-то надежду на то, что не все уходит. Что есть какое-то материальное свидетельство от ушедших людей, от их веры, от всего культуры. Так мне кажется. В своем интервью для книги архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт определил главный секрет человеческих отношений на благословенном Кавказе. «Мы не живем рядом, мы живем вместе». Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».